Хочу почути вашу думку щодо можливого обстрілу Києва системами С-300 з території Республіки Білорусь. У разі, якщо картопляник зважиться на такий крок, чи не загрожує Троєщині доля Північної Салтовки в Харкові? Дякую за відповідь. Ні, діло в тому, що С-300 в варіанті земля-земля может делать пуски с дальностью максимум до 100 километров. Ну, обычно говорят там 75, ну, максимум 100 километров. То есть, пока оператор видит ракету, он может ее вести. Ну, или она инерционно летит на такую дальность. Кстати, это делает проблематичным борьбу с комплексами С-300, потому что маленькое расстояние сверхзвуковая ракета преодолевает очень короткое время. До Киева не дотянутся. До Киева может дотянуться с территории Беларуси, до Киева может дотянуться Искандер. Что они и делали, кстати, в первые месяцы войны, в том числе и прилетали Искандеры по Киеву. Но тогда, правда, в основном господствовала их авиация, которая там поначалу вообще над Киевом воздушные бои были. Наши истребители пытались разогнать российскую авиацию. Потом они пускали ракеты с акватории Киевского моря. Дальше боялись залетать на территорию города. Вот. Но авиация в основном работала. А потом уже стали прилетать ракеты в том числе. С-300 не достанет до Киева ну никак. А, кстати, «Искандеры» на исходе, они очень их берегут. Видимо, ракет осталось очень-очень мало. А выпуск их очень-очень сильно осложнен. Не могут они выкатывать сегодня всю номенклатуру ракет. Приоритет отдается все-таки крылатым ракетам, потому что у них дальность 1500 и 2500 километров соответственно. Вот те, которые они пускают по нам, из акватории Черного моря калибры и с акватории Каспийского моря ракеты воздушного базирования. Так что Троещине судьба Салтовки ну, никак не грозит никак.